Приветствуем зрителей НБЛ, с нами игрок команды Ньютон Чепик Кирилл. Поздравляю тебя с победой. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от игры с ЦСКА победителей. Впечатления хорошие. Первая наша победа. Наши старания хоть немного оправдались. Это достаточно неплохо для нашей команды. Хорошо. Скажи, пожалуйста, за счет чего, по твоему мнению, вы вывезли и чего не хватило сопернику? Ну, мы выиграли, потому что тренировались. Без тренировок никуда. Ну, и состав достаточно хороший, неплохой, то есть можно выигрывать этим составом. Подскажи, пожалуйста, получается, ты новый игрок, да. Кто еще у вас в команде новый, и вообще, вот как ты решил сюда попасть, точнее, Ньютон? Как тебя взяли? Ну, я еще, первый сезон со мной Никита Гадун играет еще, центровой наш, и я пришел, был другом Коренева Сергея, он меня позвал как бы в команду потренироваться просто в прошлом сезоне. Ну, и как бы я уже подтянулся в этом сезоне, и уже играющий игрок. Хорошо, а ты участвовал в летнем кубке или нет? Опыт? Нет, в летнем кубке не играл. А как вы готовились к сезону, ваша команда? Тренировались, спарринги различные с игроками второго дивизиона, с первыми еще не приходилось. У вас сейчас тренер закреплен, да, за вашей да, командой? Да, Вячеслав, хороший тренер. Хорошо, расскажи, а как проходит подготовка к матчу именно сейчас, во время сезона? Как часто тренируетесь? Стараемся тренироваться 3 раза в неделю, если бывает 2 тренировки плюс спарринг. То есть тренируемся так. Стараемся 2-3 раза в неделю. У вас вообще в том сезоне ваша команда не хотела заявляться в D1, хотя уже могли на тот момент. Почему сейчас, может, ты расскажешь? Вы решили все-таки попасть в D1? Просто попробовать свои силы решили. В первом дивизионе, почему бы нет? Как бы. Хорошо, как тебе вообще D1? Как тебе опыт полученный? Вообще опыт хороший. Я вообще никогда не играл, можно сказать, на соревнованиях каких-либо. То есть для меня это вообще шикарный опыт. Отлично. Тогда желаю побед. Спасибо. Удачи. Петюня, давай. Спасибо. Все, спасибо за интервью. Спасибо.